Всем привет, дорогие мои. Как я вижу, ролики метафизического содержания не очень-то заходят моей публике, да? Покажу вам немножко красивой Польши. Той Польши, которая построена для жизни людей. И той Польши, на которой было бы хорошо равняться Украине. За моей спиной площадка, похожая на наше футбольное поле в Киеве. Да, на таком покрытии мы играем в футбол дома. Ну, это футбольное поле в каком-то селе в Польше. Искусственное покрытие. Просто великолепно, безупречно. Держеки, привет. Пацанам со двора тоже привет. Хотели бы сыграть на таком, да? Жаль, что в Украине нет. Хоть мяч подал. А это просто домики, друзья. Так живут люди. Вероятно, самые обычные, как мы с вами. Только поляки. Я так понимаю, это какой-то мини-амфитеатр в деревне. Там сцена, там вдали лавочки. Вообще очень ухоженное место и красивый лес. А сзади меня пруд. Просто супер. Прям бери и проводи за хитфест. Но вот этого я вообще никак не ожидал увидеть здесь. Это скейт-парк в селе. Знаю, как вы, друзья, я получаю просто наслаждение.